Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и интернета. Сарпедон. Сарпедон в Илиаде Гомера – один из союзников троянцев, ликийский царь, убитый Патроклом, оплаканный Зевсом и затем перенесенный в Ликию сном и смертью. В Ликии существовал культ героя Сарпедона. Впоследствии мифографы стали считать Сарпедона сыном Зевса и Европы, и дядей Главка, заставив его при этом пережить три поколения родственников, чтобы сохранить соответствие хронологии. Из Википедии. Сарпедон – персонаж древнегреческой мифологии, сын Зевса и Европы. Когда Сарпедон пал, смертельно раненый, Зевс призвал Главка спасти его тело и руки. Патрокл вытащил копье, которое он вонзил Сарпедона. И когда оно покинуло тело Сарпедона, его дух ушел вместе с ним. Завязалась ожесточенная борьба за тело павшего царя грекам. Удалось заполучить его доспехи, которые позже были вручены в качестве приза на погребальных играх Патрокла. Но Зевс приказал Фибулу Аполлону спасти труп. Аполлон взял труп и очистил его, затем передал его снова Гипносу и смерти Танатосу, которые забрали его обратно в Ликию для погребальных почестей. Его смерть и его оплакивание Европой описаны в трагедии Эсхила «Корейцы» или «Европа». Ну вот так вкратце о Сарпедоне. Сарпедон в Илиаде Гомера – один из союзников троянцев, ликийский царь, убитый Патроклом. Пока-пока, до свидания.